Всем огромный привет! Сегодня я прошла по магазину Fix Price в городе Ростов-на-Дону на Сиверса 1. В этом магазине всегда порядок на полочках и много товаров, которых вы еще не видели. Если впервые оказались на моем канале, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и на уведомления, чтобы получать информацию первыми. И успевать покупать самые горячие новинки. Присаживайтесь поудобнее, смотрите видео до конца, я желаю вам приятного просмотра. У меня на канале есть подробное видео со всеми товарами к Пасхе. Если еще не смотрели, обязательно проходите, посмотрите. Я все раскрывала и показывала подробно. И здесь еще появились вот такие тарелки из керамики для пасхальных яиц. 6 штук. Цена 149 рублей. На самом деле они сделаны из доломита. Декорация пасхальная на веревочке. Здесь 6 штук в наборе. Цена 99 рублей. Пришла краска Garnier Color Sensation. Есть обычная, а есть супер осветляющая крем-краска. Такая краска с изысканным ароматом розы превратит окрашивание в истинное удовольствие. В наличии 4 оттенка. Сверкающий холодный мокко, черный бриллиант, холодный алмазный шатен и ультраблонд чистый бриллиант. Цена краски 149 рублей. Большой объем жидкого мыла от Люре. Это содержит масло органы. Здесь 1,5 литра. Цена 99 рублей. 3 бальзама для волос. Яркость цвета, энергия природы и роскошь питания. Цена 55 рублей. Полотенце махровое, пестротканное, размер 30 на 50 сантиметров. Изготовлено из 100% хлопка. Петельки редкие. 3 варианта расцветки на выбор. Цена 55 рублей. Полотенце вафельное, размер 45 на 60 сантиметров. Сейчас во всех магазинах России сделали QR-коды на всем текстиле. Цена полотенца 55 рублей. Тележка для песочницы от Sport Fun. Большая длинная прочная ручка-веревка. Изготовлена из полипропилена и полиэстера в Китае. Сейчас в магазине 6 вариантов расцветок. Цена 299 рублей. Игровой набор «Маленький кулинар» от Play the Game. Все миниатюрное и изготовлено аккуратно. Есть два варианта, цена 149 рублей. Привезли скейтборды от Sport & Fun. Нашла 5 разных вариантов, цена у них 249 рублей. Набор цветных валанчиков, 3 штуки, 149 рублей. Игровой набор гольф, цена 249 рублей. Игровой набор для пляжного тенниса, 2 ракетки, мячик и валанчик, цена 299 рублей. В наличии разные варианты цветов. Набор ракеток для бадминтона в чехле. Внутри 2 ракетки. Игровой набор «Гигантские мыльные пузыри», он стоит 99 рублей. Есть меч с мыльными пузырями, 77 рублей. Форма для лепки башни и 2 флакончика мыльных пузырей, 99 рублей. 1 литр жидкости для мыльных пузырей, 99 рублей. Яркий набор для пляжного тенниса, 199 рублей. Есть еще вариант с пальмами. Пляжный мяч 55, баскетбольные мячи 199. Классный набор от Sport & Fun, называется набор для игры в песок мороженое. Такое ведерко, а внутри разные инструменты. В набор входит ведерко, лопатка, вот такая ложечка, как для мороженого. 5 стаканчиков из хорошего пластика и 5 крышечек. Поближе покажу крышечки. Закрывается мороженое плотно. Так они выглядят в собранном виде. Качество мне очень понравилось. Готовое мороженое можно составлять в эти ячейки.
такое мороженое стоит 299 рублей. Есть игрушка водяная помпа, вот такая в виде собачки, в виде слоника, стоит 149 рублей. Ролик штамп стоит 99. В отделе канцелярии появился магнитный планер на 2 недели. С обратной стороны вся поверхность магнитная, черного цвета. Размер 32 на 40 сантиметров. Состав резина, ПВХ и полиэтилен фталат. Оставлять на нем записи можно фломастерами для магнитно-маркерной доски. И записи смываются легко. Есть очень много разных вариантов. На упаковке нарисован рисунок, который внутри. Такой планер поможет вам все делать вовремя. Прикрепить его можно будет на холодильник. Еще есть планер для заметок. И последний вариант цифелевой башни. Цена такого планера 199 рублей. Считаю абсолютной глупостью для блогера не снимать детские игрушки. Поэтому всегда их включаю в свой обзор. Если некоторым не нравится, перематывайте. Я показываю абсолютно все новинки, которые приходят в магазин. Игрушка коллекционный автобус подходит для игры с детьми от 3 лет. И, кстати, вскрываю упаковки и потом все аккуратно запаковываю обратно. Автобус изготовлен из пластика и металла. Колеса вращаются, двери никакие не открываются. Думаю, что такой автобус выдержит большое количество падений. Есть разные виды автобусов, цена 249 рублей. Считаю, что это очень нужная и полезная информация для моих подписчиков. Игрушка-мишень, развивая меткость, стреляет точно в цель. Внутри находится вот такая коробочка. Это счетчик машины, которая издает звуковые сигналы. На зеленые палочки крепятся мишени. Еще в наборе идут вот такие три карточки и три таблички. На мой взгляд, неплохая альтернатива большому тиру. Цена 249 рублей. Пистолет с патронами. Цена 149 рублей. Развивающие пазлы для детей. Внутри 18 деталей, цена 77 рублей. Дезодорант от Dove, лимитированная коллекция. Он увлажняет, запах свежего граната и лимонной вербены, не содержит спирта. Объем 50 мл, дезодорант шариковый, цена 99 рублей. Мыло от Fa, мягкость и уход с протеинами йогурта, аромат алоэ вера. Объем 250 мл, цена 77 рублей. Жидкое мыло красивого неонового цвета. Первый вариант – это пион и слива. Элегантный аромат останется у вас даже после мытья. Есть еще вариант манго и плюмерия и иланг-иланг и лайм. Цена 55 рублей. Объем 500 мл. Показывала уже такое детское мыло с единорожкой. Появилась ежевика и малина с маленьким пингвиненком. Содержит экстракт календулы. Объем 1 литр. Цена 55 рублей. Дезодорант мужской Axe Urban. Цена 149 рублей. Пенящийся скраб для тела. Вербена, яблоко и цветы. Написано, что он заряжает кожу жизненной энергией, дарит притягательную мягкость и шелковистость. И также скрабирует. И еще обладает миллионом других полезных качеств. Упаковка зафольгирована. Сам скраб имеет зеленый цвет с мелкими синими крапинками. Такое впечатление, что это пластиковые частички. И еще раз на всякий случай покажу вам поближе состав. Цена такого скраба 200 мл 77 рублей. Серия книг для детей «Экспресс-школа». Есть за 10 минут в день удвоенные согласные, ударения, таблица умножения и деления и английский алфавит. С обратной стороны вращающийся механизм. И здесь внутри он тоже есть. Внутри книг различные задания. Цена таких книг 55 рублей. Под прошлым видео и у меня в Instagram было очень много отрицательных отзывов по поводу вот этих станков от Gillette. Они очень острые и дерут кожу.
А сегодня появился набор от Желе для мужчин. Написано, что здесь японская сталь. Здесь в наборе 10 штук. Никакого смягчающего слоя. Цена 199 рублей. Квадратные ватные диски от марки «Я самая». Здесь есть веревочки, чтобы их стянуть и хранить ватные диски прямо в упаковке. Изготовлены они в России. Здесь их 50 штук. Есть два варианта. Вот такой голубой и розовый. Цена их 77 рублей. Губка хозяйственная. В наборе их две штуки. Черно-белый вариант. Губки прочные и предназначены для хозяйственно-бытовых целей. Как всегда, одна сторона мягкая, другая более грубая. Цена такой упаковки 50 рублей. Маски из Кореи. Есть с коллагеном, с муцином улитки, с водорослями и с алоэ. Цена 55 рублей. Шторы для ванны. Несколько видов. Размер 180 на 180. Цена 199 рублей. Как вы думаете, что это такое? Еще покажу с обратной стороны. А это подставка для хранения на кухне. Ее можно использовать в горизонтальном и вертикальном положении. Подойдет для хранения сковородок и кастрюля. Также можно ставить доски и крышки. Размер ее 24, 23 на 43 сантиметра. Состав углеродистая сталь полипропилен. Цена подставки 299 рублей. Вообще-то это правильно хранить вот так отдельно сковородки. Но как всегда, смотрите, еще придется где-то найти определенное место, чтобы ее поставить. То есть она экономит место, а в то же время для нее тоже нужно место. Пиала Bowl из опалового стекла. Объем у нее 400 мл. Цена 77 рублей. И еще маленькая пиала. Объем у нее 330 мл. Это фаянс Китай. Цена 50 рублей. Если вам негде хранить яйца и у вас их большое количество, то подойдет вот такая подставка. Она рассчитана для хранения 30 штук. Встанет в любой холодильник и не займет много места. И также сохранит ваши яйца целыми. Изготовлена подставка из полипропилена в Китае. Цена 249 рублей. Экзотическое блюдо для фруктов. Выдержит температуру до 100 градусов. Изготовлено из пищевого полипропилена. На выбор 4 варианта, цена 99 рублей. Вот это с пирожным очень нежное. Очень маленький салатник, называется Chef's. Диаметр у него 60 мм, изготовлен из стекла. Это Паша Бахче. Цена 27,50. Ой, а это какая красота! Это кулинарная игла для проверки готовности блюд. Поможет точно оценить готовность выпечки, не потеряется среди других аксессуаров благодаря яркому наконечнику. Нержавеющая сталь, полиэфирная смола, цена 50 рублей. И в наличии есть разные виды. Трехсекционная менажница с ручкой. На упаковке подробная инструкция и размеры. Подойдет для организации настоящего застолья. Выкладывайте салаты, орехи, фрукты, ягоды, закуски, не опасаясь смешивания. На картинке мне показалось, что она ажурная и с какими-то рисунками. На самом деле она вот так выглядит. Просто овальные тарелочки и шпик или шпиль. А так выглядит с обратной стороны. Цена такой менажницы 249 рублей. Еще одна полезная новинка для кухни. Это кондитерский шприц с четырьмя насадками. Они металлические, есть ровненькая, розочками и всякими завитками. Такой шприц идеален для украшения десертов, пирогов, кремом и надписями. Подходит для наполнения пончиков, эклеров, тарталеток, трубочек с джемом, паштетом и другими начинками. Состав нержавеющая сталь полипропилен. Цена 77 рублей. Оксиформула – это усилитель стирки для белого белья. Эффективное удаление трудных загрязнений подходит для ручной стирки при температуре 30 и 90 градусов. Сбоку есть мерная шкала, правда, все равно же не видно, что там внутри. А, там внутри сухой порошок, я думала, там жидкость. Крышка защищена от открывания детьми. Ее нужно нажать. И там внутри вот такой мелкий порошочек. Вот. Пахнет пластиком. Вообще, это средство пятновыводное, белизна. Устраняет серость, желтизну и придаст ослепительную белизну вашим вещам.
Производитель Greenfield. Цена упаковки 99 рублей. Бутылка с таблетницей 700 мл. Есть разные варианты крышек. Цена 149 рублей. Кто-то в Telegram спрашивал, пришли они или нет. Так вот, они появились. Полипропилен, силикон. Изготовлено в Китае. Ну, вот так открываются ячейки. Правда, не знаю, долго ли они прослужат. Некоторые не открываются. Стеклянный стакан с крышкой и металлической трубочкой. Выдерживает температуру 90 градусов. Изготовлен из стекла, стали и силикона. 300 мл. Цена 77 рублей. Купила в прошлый раз две вот такие доски от Архимед. Они стоили 99 рублей. И кто-то из девочек мне рассказывал, что у них цену подняли, стало 149. У нас в магазине осталась цена 99 рублей. Привозили такой держатель для кухонных принадлежностей зимой, и он снова появился. Только цена у него уже поднялась. Сейчас он стоит 249 рублей. Изготовлен из углеродистой стали. Сверху есть полочка, на которую можно поставить банки. Есть 4 крючка, на которые можно повесить полотенце. И сюда в металлический стаканчик можно поставить ложки, вилки и ножи. Еще один повтор. Это полочка складная, угловая, 34 на 22 сантиметра. Поближе покажу вам, как она выглядит. Ножки раскладываются и становятся в пазике. Вот так она будет выглядеть на столе или на полочке. Сэкономит место и организует пространство. Есть 3 варианта цвета. Нежно-фиолетовый, бирюзовый и бежевый. Цена 99 рублей. В прошлом видео показывала венчики из новой коллекции и кисточки. А сегодня появились лопаточки. Они большие. Такая же пластиковая удобная ручка. Выдерживает температуру до 220 градусов и стоит 55 рублей. Сама лопаточка изготовлена из силикона. Терка универсальная, на 4 стороны, изготовлена из жести и полипропилена. Изготовитель находится в России, Архангельская область, город Вельск. 3 варианта расцветки ручек, цена 77 рублей. Pimalux Pro Nature с экоформулой. Написано, что здесь 99% ингредиентов натурального происхождения. 30% природного молотого мрамора. 5% ПАВ и отдушки. Так это золото, а не Pimalux. 480 граммов, цена 55 рублей. А электронные часы, которые были 99 рублей, сейчас стали 149 рублей. Фэри зеленое яблоко подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей. Объем 800 мл, цена 99 рублей. Имеет свежий аромат яблока. Зубная паста из Таиланда. Называется Dog Buaku. Паста имеет темно-коричневый цвет и содержит 10 трав. Бережно, без повреждений, снимает налет от чая, кофе и сигарет. Устраняет запах изо рта и придает свежее дыхание. Эта зубная паста не содержит фтор и рекомендуется чистить 2 раза в день. Следующая зубная паста – свежесть навсегда. Очищает зубы и препятствует возникновению кариеса. И третий вид пасты – свежесть и прохлада. Эта зубная паста темно-серого цвета с темно-зелеными гранулами. В составе бразильский крес, мисвак, клинокантус нутанс, мурая и масло эвкалипта. Зубная паста 40 и 30 граммов, цена 77 рублей. Наконец-то на полочках появились пилинг-скатки от Синдо. Зеленая с яблоком, содержит аха-кислоты и подходит для всех типов. Отшелушивает верхний слой кожи, борется с черными точками, нормализует выделение кожного жира. Внутри пластиковый флакончик с дозатором и сама скатка зеленого цвета. Или это флакончик зеленый? Пилинг-скатка с лимоном осветляет, освежает и нормализует работу сальных желез. Здесь скатка белая, полупрозрачная. Объем 50 мл, цена 77. Нашла 3 новых вида плейсметов на стол. Первый с розами,
Следующий с табличкой и гиацинтом. И еще один с завтраками. Размер 40 на 28, цена 27,50. Хорошая качественная бумага с экстрактом хлопка, 4 слоя Папия Делюкс. 4 рулона, цена 77 рублей. А это цена в магазине Ашан. Мультибокс с ручкой и защелками, цена 99 рублей. Прошло повышение цены на тряпку для уборки. Раньше она стоила 55 рублей, теперь 77 рублей. Чипсы Лейс из печи, нежный сыр с зеленью, королевский краб и лисички в сметане. Написано, что у них на 50% меньше жира. 85 граммов, цена 55 рублей. Хрустим багет есть шампиньоны в сливочном соусе, сырное ассорти, томат и зелень и королевский краб. Цена 27,50. Еще есть сухарики стиксы с кальмаром. Цена такая же, 27,50. Безалкогольный сильно газированный напиток Fresh Bar. Есть три варианта: секс на пляже, киви микс и альфа кола. Объем у них 480 мл, цена 27,50. Сель тихоокеанская, жирная в желе от Доброфлот. Банка с ключиком. Спасибо, что выбираете качество. 260 граммов, цена 50 рублей. В составе сель тихоокеанская, соль поваренная пищевая, агар-агар, перец душистый, перец черный и лавровый лист. Этот вариант ПО 08, изготовлено на плавбазе Всеволод Сибирцев. Каша овсяная, ясное солнышко. Натуральный продукт, бережное пропаривание, не требует варки. 35 граммов. Есть два варианта с яблоком и черносливом. Цена 7 рублей 10 копеек. Кофе Якобс Монарх Интенс. Объем банки 47,5 граммов. Цена 99 рублей. Спасибо огромное всем, кто досмотрел это видео до конца. Я желаю вам отличного настроения, удачных, выгодных покупок и крепкого-крепкого здоровья. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!